Наконец, июнь распахнул нам двери в лето. Я отметила этой покупкой новые актуальные вещи для своего гардероба. Теперь не так расстраиваюсь, что погода нас не балует. Здравствуйте, меня зовут Юлия Васина. Предлагаю и вам для поднятия жизненного тонуса обзавестись обновкой. На помощь рейтинг из 15 модных летних трендов в программе «Цифры». Первые два тренда можно с уверенностью назвать машиной времени, которая переносит нас и в прошлое, и в будущее одновременно. А происходит это потому, что с одной стороны, мода циклична и часто ищет вдохновение в культурном наследии, а с другой, это вещи, которые по-настоящему твердой поступью войдут в моду только в следующем сезоне. Ну а мы с вами, наравне с ультрамодными дивами, можем уже переносить эти тренды с подиума в жизнь. Итак, ключевая вещь круизных коллекций 2017 года – богемные платья. Их можно носить и на море, и в городе. Не удивлюсь, если у вас такое уже есть. Прекрасно. Надевайте. А вообще, богемным стиль называют из-за его происхождения. Немного небрежно и эклектично, соединяя элементы викторианской моды и стиля кочевников, одевались люди искусства, то есть богема. Задали тренд прерафаэлиты, художники второй половины 19 века. С тех пор он популярен и возвращается на пик моды с завидным постоянством. Этим летом и точно следующим богемное платье абсолютный must-have. Так что если вы сомневаетесь, покупать себе такое или нет, ответ однозначный – да. Ведь это приобретение станет перспективной инвестицией в ваш гардероб. Второй тренд – виниловые брюки в обтяжку или бананы для самых модных девушек. Они обещают стать культовой вещью осеннего гардероба, но законодательницы моды уже подхватили эту тенденцию. Всем, кто считал лаковые блестящие штаны вульгарными, остается отступить. Не дожидаясь сентября, стоит обзавестись блестящей парой уже летом. Ведь будущей осенью винил будут носить все, не только эксцентричные селебрити и рок-звезды. По-прежнему актуальны 90-е, которые триумфально вернулись в наш гардероб. Мода последнего десятилетия прошлого века – это, пожалуй, главный референс весенне-летнего сезона. Обожаю эту эпоху. А вы помните себя в 90-х? Что вы слушали, смотрели, читали, чем занимались? Актуальные коллекции почти все как одна возвращают нас в недалекое, но очень яркое прошлое. Четвертый тренд – балетное искусство. Многослойные юбки из прозрачного тюля, шифона, капрона – этим летом это можно носить и днем, и вечером. На пятой позиции футуризм. Интенсивный блеск и светоотражающие свойства металлической фольги – одно из самых модных фактур сезона. Защитят вас от солнечных лучей. Вас, но не окружающих. Ведь они будут ослеплены в лучшем смысле слова вашим сиянием. Тренд номер 6 приглашает нас в джунгли. Анималистичные и растительные тропические принты все еще в деле. Чего уж скрывать, любят в нашей стране эту тенденцию. Я бы не рискнула. Но если у вас подобающая яркая внешность, почему бы и нет? Зато седьмой тренд, но горячо любим – пижамный стиль. Тенденция носить одежду, которая напоминает нижнее белье, не нова, но активно набирает обороты. Мужские пижамы и кружевные сорочки этим летом носить можно как каждый день, так и по особым случаям. Показать характер поможет мотоспорт. Сложный крой по фигуре и цветные детали форма мотогонщиков выглядит очень свежо в повседневной жизни. С девятой позиции слышится гитарная музыка. Панк и гранж вернулись к нам из 70-х и 90-х. Эстетика рокеров с потертыми косухами, джинсами и драными топами актуальна и по сей день. Внимание, внимание! С 10-го места отправляется полосатый рейс. Вариация самого популярного принта на планете в весенне-летнем сезоне выглядит так. Очень широкая красная полоска или очень мелкая голубая. Идем дальше. Тай-дай. Нет, я не прошу ничего у Таиланда. Просто так называется самый популярный у хиппи прием окрашивания одежды. В преддверии сезона мы видели его на показах самых именитых домов моды. На 12-й позиции попадаем в сети. Еще один привет из 90-х. Особенно эффектно выглядит длинное платье из крупной сетки целиком. Отличный вариант для пляжных прогулок. Триколор – красно-сине-белое сочетание выглядит патриотично, смело в любой из модных держав – в России, во Франции, в США. Без цветов в летнем гардеробе – ну, никак. 2016 год принес нам букет полевых. Какая прелесть! Тренд номер 15. О да, это они, пайетки. И мне кажется, мы еще совсем не скоро с ними расстанемся. Блестящая чешуйчатая фактура – всегда лучшее решение на вечер. А в этом сезоне –
она уместна даже днем. Люблю, когда можно позволить себе многое. Итак, вот они, 15 модных трендов этого лета. Задавайте ваши вопросы, оставляйте ваши комментарии на сайте trktera.ru под этим видео. С вами была Юлия Васина. Увидимся на следующей неделе. Пока!